Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Итак, дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. И сегодня у меня рыбалка с моими друзьями. Это YouTube канал и авторская передача Александра Борисова «Охота и рыбалка в Якутии». Сам Александр Борисов не смог приехать, поэтому он отправил своего оператора. Его зовут Тит Владимирович. С ним сейчас поедем в урочище Ручан и будем рыбачить. Значит, вот сегодня хотели поехать на Ручан, но у нас не получилось. Там очень много наледи. И поэтому нас туда не пропустило на речку. Поэтому мы остановились на протоке. И будем сегодня сегодня и завтра 2 дня будем рыбачить. Сделали разведочное, пробурились разведку, рыба есть. Я поймал одного небольшого окушка. Тит сейчас сидит в палатке, рыбачит. Привет! Вот сидит рыбак с удочкой. Ему уже тут блесну оторвало, как закинул. Кто оторвал, не знает. Ну, говорит, дернуло неплохо. Надо было, говорит, это. Вот он сразу вот закинул буквально и взял вот двух щучку и окушка. Завтра еще поснимаем нашу рыбалку. А сегодня пока таборимся. Значит, сейчас нужно будет, идет пурга. Нужно будет вещи занести, все укрыть, привязать палатку. Закочегарил турбопечку, быстренько чаек-макарек покушаем. То сегодня целый день уже едем, пару раз там застряли в этом, долго очень вытаскивались. Как мы ехали, можете потом посмотреть на канале у ребят «Охота и рыбалка в Якутии» или по телевизору. Вот так вот. Так, вот мы поужинали 9 часов. И сейчас маленько порыбачим. Если не будет ничего ловиться, то ляжем спать. И завтра с утра уже целый день будем рыбачить. Сейчас уже время у нас темнеет. Время уже 5 минут 10. Сегодня мы запозднились вечерним клевом, но возможно, что рыба еще может клевать. Основные надежды возлагаю на завтра. Завтрашнюю плодотворную рыбалку. Завтра будем ходить даже. Не снимки, а там, да? Да, завтра уже будем передвигаться. Кто где захочет, будем рыбачить. Вот у меня тут СМИ снимает про наше путешествие, будет фильм делать, поэтому если интересно, смотрите передачу. Ну вот, как я и предполагал, поклевок нету, рыба не клюет. Сейчас время сколько? 7 минут 10. Ну, в принципе, уже сейчас время клёва другой рыбы. Сейчас выходит, сейчас дневные хищники все уходят на покой, встают, и сейчас выходит такая, скажем, мирная рыба. Это елец, сорога. Так, сейчас вот с Титом будем ноги сушить. Сушимся. Потому что это все намокло. Пока пытались через эти, пробиться через эти наледи. За береги.
весенние забереги. Сейчас изготовлю тесто. Вечером попробуем мелочевку подергать перед сном. Завтра на жерлице надо будет. Есть поклевка. Подкормка работает, да? Да, тесто заработало. Вот такая сорожка взяла. Классная. Вот такая сорожечка. Так, утром проснулись с Титом. Сегодня погода вообще отличная. Хотя по прогноз погоды гисметия показывает, что сегодня должно быть прохладно. На это мы рассчитывали, чтобы было прохладно и можно было возвращаться смело по твердому льду. Но, видимо, не судьба, будет каша. Будем возвращаться тяжело. Сейчас чай попьем, поедем, пойдем искать. Не кофе. Так, ну что, устроились? Тит Владимирович там сел, я тут сижу. Ага, есть поклевка? Кто-то промазал. Окунь, кажись. Не может взять блесну. Идет, идет. Щукарь небольшой. О, есть такое дело. Небольшой щукарь. Итак, сегодняшний день я открываю счет. Одна щучка. У меня с утра Тит Владимирович пока только снимает. Вот такая щучка. А то смотрите. Сюда тоже покажем. Первая рыбка на сегодня, да? Да, сегодня вот первая рыба. Опустил большую, крупную блесну. Подошла, потом опустил поменьше, взяла. Вытащил. Сразу забираем глаз у щуки свежий. Есть. Маленький окушок. Но этого мы на жерлицу сейчас поставим. Это у нас, в принципе, в Якутии жерличный размер. Вот такой вот. Ну тут сколько здесь? Сантиметров 17. С хвостом. Вот. Он пойдет, в принципе, на жерлицу. Сейчас его зарядим там, где поглубже. Итак, дорогие друзья, пока сейчас ходил, ставил жерлицы, Тит Владимирович там уже такую здоровую щуку поймал, вытащил. Вот.
Скоро я вам пойду покажу ее. Опа, есть поклевка. Поклевка, да? Да. Вот порой я опускаю крупную блесну, чтобы подманить рыбу. А после этого, как чувствую, что идут поклевки по блесне, и рыба не может взять, вот я опускаю мелкую сразу. Вот посмотрите, вот какая, какие окуня крупные. Вот блесна 15 сантиметров. И вот на фоне этой блесны посмотрите, вот какой большой. А летом на спиннинг ходил, да? Летом, да, спиннинг у нас. Вот еще лучше жердличный. Вот это совсем хороший. Сейчас еще одну жердлицу поставим. Чем больше жердлиц, тем больше шанс поймать, как говорится. Пока рыбу отпустим, здесь пускай болтается. Так, сейчас ударила жерлица. Идем проверять. Охота и рыбалка в Якутии уже на месте. Стоит, снимает Тит Владимирович. Так, ну что-то здесь вращения нету. Видимо, просто ветром сбило. Подозрение. Ложная тревога. Так, пока сейчас стоял, интервью давал. Очередная сработка произошла. Ну, вот здесь уже катушка. Тоже не размотана, просто, видать, холостая тоже. Ну, здесь у нас стоит камера, зато. Сейчас мы можем посмотреть. Живца видно, нет? Ну вот, значит, это сейчас мы это проверим. Эту гипотезу. Холостая это сработка или же щука? Вторая холостая сработка. Это из-за того, что ветер порывами и с разных сторон обдувает. Вакансии ниже прожиточного минимума. Ох, еще один щучка. Еще один щуренок попался. Вот такой небольшой. Всю пойманную рыбу будем отдавать в детский дом, интернат при Жиганске. Сегодня у нас такая благотворительная рыбалка. Пускай дети поедят тоже рыбы. Воспитатели там есть, я знаю, у которых никто рыбу не угощает. Мужей нету, холостые. Да и детям пусть готовят. Жерлица опять встала. Сейчас пойдем. Ой. Вытащим этого окуня. Фу, попался за плавник. Забагрился. Но это тоже считается улов, потому что он поинтересовался, видимо, подошел. Мимо промазал по блесне, может быть, и такое. Так, пойдемте проверим жерлицу, которая встала. Палаточка, палаточка родная. Печку затопил. Печку закрыть надо. Только разгорается. Тит Владимирович только что поймал окуня. Крупного довольно. А щуку-то куда положил свою?
щуку, говорит, куда-то унес туда, говорит, большую щуку. Ладно, потом засними. Есть кто-то. О, кушок. Не успевает упасть, опуститься. Угу, есть поклевка. Блесну дербанят, чувствую прям аж. Ух. Ведь в рот не помещается, а все равно нападает. Сейчас маленькую блесну опустим. Сразу возьми. Маленькая рыбка. Угу, есть. О. Есть такое дело. О. О, есть такое дело. Кто ищет, тот всегда находит. Где они стоят? Отдай глаз. Отдай глаз. Глаз во рту остался. Почистить не дают. Есть. Ну вот, с одной луночки вот уже 4 взяли. Еще даже есть поклевки. Хороший взял. А, неплохой. Окушок. Охота и рыбалка в Якутии. У нас с ними соревнование идет. Клевая рыбалка против охоты и рыбалки в Якутии. Вот это лапать. Лапать так лапать. Отдай глаз. Глаз отдай. Щучий глаз отдай. Неплохо на щучий глаз так клюет, а? Иди сюда. Опять окушок. Ты смотри-ка.
такое дело. Все, глаз окончательно съел. Без глаза уже вышел. Такое дело. Пока клевает, надо брать. Этого кушара. Клёв пошел, да? Да, клёв пошел. Хорошие кушки. Окуня неплохие, есть даже трофейные, вот, вот такие, вот такой окушара, вот, о, большой горбач, ну не знаю, тут наверное почти под кило. Здоровые ведь-то. Вот у нас с Титом Владимировичем здесь идет соревнование. Говорю, клевая рыбалка против охоты рыбалки в Якутии. Потом в конце дня будем это отсчитывать результаты и определять победителя. Потому что охоты и рыбалки давно мне говорили, что отправят самого крутого рыбака. Их телепередачи Тит Владимировича отправили. Вот. Ну что же, я вызов принял. Вызов принят, друзья. Пока не знаю, сколько он там наловил. Потом посмотрим, потому что он там рыбачит, а я тут. У нас такая с ним конкуренция идет. Краблесна лаханда? Краблесна вара.
Бугунны карага илем баранган. Ол улахан алгар караган улас. Буманны кален раста бүлүктөк бит. Тугас. Буманны турул. Вот в этом месте. Дилинг да он. В этом месте. Не, глубина такая же, но еще рыба здесь стоит. Рыба стоит. Эй, отдай глаз. Очень жадно заглатывает. Видать, рыба очень голодная стоит. Вон на где? А, как ловится. Дера, дера, был внутри. Не, 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 не,